Медики Саянска подвели итоги работы за 2015 год. Среди информации и статистики, доступные и понятные только специалистам, в отчетах о деятельности Саянской городской больницы есть и информация, интересная для горожан. К примеру, сведения о заболеваемости. Так чем же болели саянцы в прошлом году? С какими проблемами чаще всего обращались к врачам? Такой вопрос мы задали главному врачу этого медицинского учреждения. Как правило, это пациенты, обращающиеся с заболеваниями органов дыхания. Ну, это характерно, да, вот подъем вирусной инфекции, в первую очередь страдают органы дыхания. Вот, что касается смертности, традиционно на первом месте смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вот, на втором месте тоже это, ну, бич, это онкология нашего времени, хотя показатели по городу, именно по смертности вот от этих заболеваний, они находятся ниже областного уровня. Поэтому, ну, это тоже вот тот показатель, которым, наверное, стоит гордиться. Дабы уменьшить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, специалистами Саянской городской больницы разработан план профилактических мероприятий. У нас в конце прошлого года в поликлинику на постоянную основу принят молодой специалист-кардиолог, которая, ну, собственно говоря, организует профилактическую работу. И вообще профилактическая направленность медицины, в медицине, она, ну, должна занимать одно из первых мест. Поскольку, как вот, ну, ни странно, медицина в здоровье населения, по данным Всемирной организации здравоохранения, занимает всего 17%. А все остальное – это, ну, собственно говоря, участие каждого человека в поддержании, в сохранении собственного здоровья. Кстати, в Саянской городской больнице работает Центр здоровья. Место для тех, кто приходит в больницу не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы не болеть. Специалисты центра занимаются оценкой, коррекцией, мониторингом уровня здоровья конкретного человека, обратившегося не по поводу уже развившегося заболевания, а понимающего значение здоровья для его собственных жизненных перспектив.